Всем привет, ребята, с вами Кирилл, и мы сегодня снимаем эту замечательную игрушку по названием Poppy Playtime Chapter 2. Эта серия может станет финальным, точнее 8-я. В прошлой серии мы остановились на какой-то из головоломок, в которой я не сильно до конца понял, как ее решить. Но давайте попробуем еще раз. Мы делаем вот так вот, у нас открывается эта штука, но мы не можем ее зарядить. Тогда мы делаем вот так вот, летим вот сюда, или нет, подожди, мы не сюда должны лететь. Так, давайте поймем до конца, что мне делать надо. Тут дверь откроется, да? Да, тут дверь должна, по идее, открыть. Или... подождите, я запуталась. Открывается эта штука, а... подожди, не-не-не. Ну вот, открылась эта штука, да? А как открыть вторую решетку? Пипец! Я, кажется, понял. Помните, мы по вентиляции шли? Ладно, давайте спустимся. Сюда нельзя пройти. Зато у нас есть развилка здесь. Ой, меня пролагало. Так. Как включить? Так, ладно, это сложно. Ребят, я понял. Ты меня как-то раз доперло, короче, но я не сразу понял. Короче, так, мы открываем эту штуку. Теперь мы зеленой рукой летим вот сюда. Чуть не падаем. Но не в этом суть. Мы жмякаем на руку. В прошлый раз это так было. Типа, я жмякнул рукой, и у меня там одна штучка нажалась. Ай, тихо. Нет, в этот раз она почему-то не нажалась. Почему, я пока что не знаю, но давайте попробуем поближе подойти. Ой, что со мной? Так, что делать? Либо я не разобрался до конца, либо я... Ладно, я не разобрался до конца. Что ж, ничего я не могу вам объяснить. Просто запомните, я гений. Нам надо было перелететь вот так вот, вот тут вот, присесть, пробежать, попрыгать, побиться башкой. Что за звук? Бежать сюда, жмякнуть сюда. Там открывается нам проходик один, интересный. Бежим обратно на всех ногах, потому что он скоро закроется. Прыгаем, летим, быстрее, 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 быстрее! Стреляешь, раз, стреляешь, два, стреляешь, три. Проход открыт. Что? Не может быть! Смотрите, короче, как это работает. Если я открою, типа, вот эту, а не вот эту, у меня откроется эта крышка. Но если я возьму еще и эту, то крышка закроется. Короче, теперь я гений. Мы хватаем руку, на ней же летим. Жмяк, вот иди. Жмякай, жмякни. Бежим и куда? А, нет, подожди! А, нет! Ау! Подожди. Я понял, все. Так вот, я перелетел. Мы, короче, стреляем сюда. Бежим сюда, жмякаем быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей! Сюда и стреляй! Что мне открылось? Что открылось? Это? Где открылась? Мне страшно, где? Так где открылась, алло? Не понимаю. Здесь где-то или что? Нет. Так. Сюда? Обосраться.
О, блин, фух. Я сказала, что нельзя читерить в моих играх. А ты читерил. Не люблю читеров. Сегодня мы с тобой сыграем в последнюю игру. Hide and Seek. Тут есть кетчуп, я страшно боюсь маму. Не, не настоящую конь. А куда? Она за мной идет? Я, конечно, смотрю. У меня лагает. А что, куда мне? Мне страшно. Найдет за мной? Куда мне? Но я отсюда пришел. Что это было? Так, ладно, ребят, я вернусь, когда разберусь, куда мне идти. Что ж, ребят, я, кажись, не такой уж и гений, и я недолго не мог заметить плечо. Ой, по такой вентиляции за нами, кстати. Там статуэтка. Я ее собрал, да? А если я упаду? Куда мне? Нет. Ой. Так, куда мне идти, честно говоря, я не допираю. Ой, ё-моё. Что это? О, да, я видел этот момент. Куда мне? Второе. Что там второе? Я не вижу. Короче, я сначала не разглядел, где цвета наши находятся, а потом я как понял, что вот эти провода это и есть цвета. Короче, смотрите, второй это синий, четвертый желтый, первый красный, красный, синий, зеленый, желтый. Где красный? Красный, синий, зеленый. Желтый. Ой, она здесь за мной гнаться будет, да? Нет, 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 не трогай! Не смейся, это страшно. Лети. Зайдет? Я ее слышу. Вау! Слава богу, у меня яркость на максимум стоит. Она там ходит. Что за звуки? Как будто кто-то спит, алё. У нее в животе. Она ушла? Так. Секунда времени. Так. А куда? Она здесь проход закрыла. Крыса. А куда? Я сейчас не испугалась второй раз. У меня чуть сердечный приступ не случился. О, дверь. Не сюда. Ой-ой. О, есть печка. Есть такая штука. Что? А можно сгореть? Заживо. Они даже проработали текстурку огня. Правда, туда залезть нельзя. Только сейчас можно. Ладно, хорошо. Что хотите от меня? Ой!
Куда-то я провалился. Ладно, что от меня хотят? Что на втором? У меня надо на второй этаж, да? Я просто... Ой, у меня залагало немного. Второй этаж, да? Ой, что произошло? Что я сделал? А, я вот это помню. Или что? Я не понимаю. А, вот, смотрите, здесь какая-то штука. Она поднимет нам вот тут вот проход. А как шестеренку? Где шестеренку найти? Эту штуку нельзя повернуть? А, я уже взял шестеренку. Да? Или нет? Подожди, стой. Вернусь, когда найду. Так, короче, я дернул за рычаг, который только что нашел. Короче, оно все заработало, но не хватает одной шестеренки. Нам надо сейчас найти шестеренку. Только вот где? Вот что это такое? Я зажег печку, у меня шестеренка появилась. Кстати, этот момент я помню. Я помню этот момент. Сейчас тут мамочка появится. Только надо дернуть за рычаг. Я ж такой умный. Я ж такой умный. Ой-ой. Все, побежал. Побежал в печку. Закрой! Она идет. Я закрылся. Я ее вижу. Она лазит тут. Они даже это проработали. Почему она такие страшные звуки издает? Как будто она какой-то монстр, действительно. Что ж, ребят, на этом мы будем заканчивать. Следующая серия будет финальной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и всем удачи. Адиос!